танцы, не гимнастика, важна пластика. Елене в этом году исполнится 20 лет, а она молодая мама. До рождения дочки занималась народными танцами. Хоть хореография не входит в список Олимпийских игр, но именно в 96-м Украина впервые в истории независимости приняла участие и завоевала 23 медали. Раньше я занималась достаточно долго танцами, 6 лет. Ну, потом как-то интересы изменились, началась более такая взрослая жизнь, так сказать. Ну, потом решила заняться гимнастикой, но, увы, не получилось. Елена родилась в Кировоградской области, село Мальчевское. Но в 2002 году на ее день рождения родители сделали подарок. Ну, именно в год моего рождения нет, но через 6 лет, именно на день моего рождения, мы переехали сюда, в Кривой Рог. Мы жили в Кировоградской области. Там не было ни школы, ни садика. Ну, как бы родители хотели чего-то добиться и дать своему ребенку. Ну, и именно через 6 лет, мою дату рождения, мы переехали сюда. И уже с 1 сентября я пошла в школу, там, где проучилась 11 лет. В 96-м году Украина принимала участие в летних Олимпийских играх. Проходили они в Атланте. Там украинские спортсмены завоевали 23 медали. 9 золотых, 2 серебряных и 12 бронзовых. Сборную страны представляли 231 спортсмен. Среди них были Лилия Подкопаева, Владимир Кличко и Вячеслав Олійник. 1996 рік запам'ятався Україні тим, що головою Національного банку було призначено Віктора Ющенка. Також в 1996 році, значить, в Україні з'явилася нова валюта – гривня. Це була прийнята Конституція України. Перша в історії українська збірна поїхала на літні Олімпійські ігри, які відбувались в Атланті. 28 июня 1996 года Украина получила конституцию, по которой живет по сей день. На пост премьер-министра заступил Павел Лазаренко из Днепропетровской области. После его назначения по Украине ходит анекдот о том, что, увидев человека из Днепропетровска, не забудь пожать ему руку. Завтра он может стать твоим начальником. Но идти по стопам скандального политика спешить не стоит. По рейтингу Всемирного банка и ООН Лазаренко вошел в десятку самых крупных коррупционеров планеты. Николай Чирва, Виктор Зубченко. Специально ко Дню независимости. Первый городской.